Здравствуйте! Вы на канале Ягодный Грибалов. У нас сегодня 21 ноября 2020 года, суббота. Мы вышли в лес на прогулку. И вот первые грибы, которые мы встретили. Трутовики. Видите, кора разошлась. И на этом месте выросли трутовики. Целая большая семейка. Ну, а мы, пока не темно, идем дальше. Что мы сегодня еще увидим, пока неизвестно. Чем нас лес порадует. А вот еще один трутовик. Трутовик плоский. Трутовик художника. Неоднократно мы на нем рисовали. Здесь уже гименофор темный. Ну, оставим гриб и пойдем дальше. Рядом вот видим еще один трутовичок, уже старый и темный. А это, видимо, новый нарастает. Ну, если честно, лучше бы это были вешенки. И снова на пути у нас сплошные трутовики. Посмотрите, какие огромные лепешки. Ну, там высоко еще есть. И вот он, огромный. Это вот уже поменьше. Это трутовики плоские. И вот еще трутовичочек. И вон. В общем, день трутовика. Трутовиков море. А что-нибудь съедобненькое мы найдем. Интересно. Посмотрите, вот еще у нас огромные трутовики. Вот среди них и зимние грибочки будут. Интересненько. Интересненько. Не зря я все-таки пришла в этот лес. И вот они, мои находки. Фламулина бархатиста ножковая. Ой, отлично. Маленькие сосени будем трогать. А вот семейки. Несколько отличных семеек. Посмотрите. Вот. Вот. Там вроде я еще видела. Но пока соберем и эти. Это уже хорошо. Посмотрите, какая красота. Какая красота. Вот через такой... такие дебри я лезла. Вот и нахожусь. В самой середине двигаемся в ту сторону. А пришли оттуда. Вот тут вот я лезла. Да, вот такие дебри. Но я лезла не зря. Я лезла не зря. Посмотрите, какую красоту я нашла. Это здорово. Это просто прекрасно. Обалдеть. Вот это да. Вот это грибочки. Ну, естественно, конечно же, я их сейчас все соберу. А рядом, посмотрите, есть еще небольшие семейки, но все-таки приятно. Под снегом практически не видны. Вон, и дальше тоже по дереву. И есть еще. Сейчас будем собирать. Конечно, они не очень большие, но это не важно. Собрать их можно. Ну а раз мы здесь, на этом месте, нашли большое количество грибов, здесь мы и оставим наше угощение лесовичку. Соберем грибы и пойдем дальше. Вон я вижу, вон там есть еще. Сейчас чуть-чуть пройдусь туда дальше. Отличное местечко. Посмотрите, еще по дереву есть грибочки, и мы их сейчас
соберем под снегом. Не вижу. Очень быстро сейчас темнеет. И уже сейчас 5-й час. А посмотрите, как уже темно. Поэтому сейчас соберу эти грибы. Немножко, но дно корзинки у меня закрыто. Соберу эти грибочки. Последняя моя находка. Неизвестный гриб. То ли замерз. Какая-то что-то непонятное. Если честно, уже сейчас не разберусь. Чешуйчатка, что ли, какая-то внизу вот. Как чешуйки. Но гриб замерз, непонятно. Уже темно. Это только то, что свет на него падает. Даже, если честно, и цвет непонятной шляпки. Какой-то золотистый. Непонятный. Оставим его. Ну, похоже, какая-то чешуйчатка. Ну, у нас уже темно. Хотя еще даже нет 5 часов. Немножко мы грибов набрали. Дно закрыли. А на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.